Ты молодец, назад сдаешь просто вообще, как красавица. Ну тебя я тоже. В смысле? Увидеть. Как ты меня увидишь, я сзади тебя стою. Чего ты встал здесь сзади меня? Ну а где там место есть, там место есть. Как я тебя в боковые зеркала видеть должна? Давай вызывай. Давай вызывай. Ну ты в любом случае мне в жопу въехал. Я тебе в жопу въехал? У меня видеорегистратор на голове. Все, ему... Это жестко. Олесь, ты что, из Гринписа, что ли? Давай удачи на дорогах. Я не закрыла. Опять Андрей пришла. Церата значительно дешевле. Ну, Церата это что-то вроде Toyota Avensis. Да. Йод! Не подъезжай к нему, что она пьяная. Папа, нам нужно сегодня это взять и выложить. А куда мы это выложим? Ну, в смысле, записать для себя. Ну, это естественно, если регистратор записал. Ну, естественно, он записал это. Кстати, не забудь, что наши комментарии сейчас пишут, все тоже в это идут. Да, классная женщина. Ты видела на это? Да. У нее восклицательный знак, ты посмотри. Да, она бы не справилась с этим. Ну, смотри, Гетц, я люблю Гетц. Ну, давай. А теперь куда? Сейчас она еще в этого въедет. Ну, по-моему, ей сейчас нужно немножечко остановиться и прийти в себя. Она сейчас в шоке. Я бы на ее месте сейчас не ехал. Никогда. По-моему, она обдолбанная. Она, по-моему, слегка не в себе. А вон милиция идет уже сюда, видишь? Они, наверное, тоже это видели. Где? Вон прямо впереди, вон он идет. Thank you.
Ручник снимите! Ручник! Жопа, блядь, даже приседает, блядь. Ручник снимите, у вас на ручнике машина стоит. Наразі нічого нема, але буде мати на увазі, так. Ну, добре. Піздец. А то він піздец. Так. Да не забывают они голодные. Говорил шакал табаки, блюдо лис. Волки Индии презирали табаки за то, что он всем делал неприятности, чудесничал и поедал пьё и растущую кожу на сельских грудах. Что, уехала, что ли? Вместе с тем, что... Вот по телефону сидит, разговаривает.
виден на улице. Мы думали, это зима, а это оттепель. Черт, тут урод, а! Превратился в лед, и зима у нас нынче не снежная, а ледяная. Сука.